силы крита ловить. Хотя тоже пазик переделают. Расслабят. Короче, все, я в отпуске, блядь. Это охуенно. Вчера наши вечерние ходили. Нихуя не убили, что-то, блядь, ни профа, ни синдру, ни лича. Не знаю, будет сегодня сбор, нет. Там же Джайну убили. Да Джайну, это понятно, экзальтина. Они ж крутые. Они вроде после закрытия вот ЦЛК на пенсию уходят. Ты правильно, нахуй. Хули тут ловить. На секунду, пересумоните меня, я забыл купить. Контент закрыт, можно уходить. Ну а чё, за получили, что хотели, блядь, ушли. Отдыхать пока. Шли мобов поебашим пока, блядь. А я-то нихуя тогда колбу выбил. Когда было, блядь, в четверг. На ретрика колбу выбил, блядь. Она прям падает, я хуй знает, уже раза три подряд. Лучшая тема. Блять, собаку бы по-хорошему ебануть там надо. Да. Собака всем нужна. А то мы, блять, как хуй знает, как... Вы смотрели там? Видосы интересовались. А то получится такая же хуйня будет вайпы по КД. На ней надо будет сидеть часа два, если никто ничего не смотрел. Два часа это получается ГМХ проебать. Еще этих двух надо ебануть. Первый простой, вот средний пиздец захиливать. Ну, вроде его уже не первый раз. Сколько мы два раза убили? А у меня обновление. Ну пока трэш почистим. Короче, там в Вальгале, блядь, этот, кто он? Какое-то дополнение новое выпустили. Забытая сага какая-то, там, говорят, даже драконы есть. Типа он, этот, в Одина превращается или куда-то там. Короче, бухает опять зелье и попадает в мир этот Нифльхейм, короче, зеленый такой. Этого сына своего искать, Бальдура. Вот я думаю поиграть. Интересно, что там наделали. Ну, на ютубе посмотрел, там челики говорят, блять, хуйня, говорит, сюжет растянутый. Типа попадаешь туда, теряешь весь шмот свой. И когда идешь, ну, развилка, допустим, влево-вправо, и когда идешь вправо, обваливается мост. И чтобы пройти всю карту, нужно, короче, сдохнуть и опять заново эту хуйню всю проходить. Я такой думаю, блядь, неужели это все из-за какого-то комплекта брони, который нихуя не дает интересного. Блядь, хоть сюжет посмотреть, ну что говорят, сюжет там пиздец маленький. Тяжело им наполнить игру. Получается, как всегда, блядь. Вот мы хуярим трэш, там то же самое будет. Хуяришь, фармишь, блядь, гриндишь. Все одно и то же. Зато там, сука, нету 5 FPS, нахуй. Как в ЦЛК 25 гер, блядь. На профе? Да хоть где, блядь. Вон, блядь, были. Пизда, просто 5 FPS, блядь. На всех боссах. На сурке, на всех, блядь. На трэше только нормально. А у нас там 5, что ли, шипешников, или 4, или 5. И они все вот эти свои духи ебаные вызывают, они летят, блядь. Мне кажется, сука, из-за них лагает. Прям стоп. Вот это холи щит, да, у вас вроде вечный холод задонатил. Я хуй знает, не видел. Он с вечным холодом просто бегает. Да? Ну задонатил, значит. Ну хули. Если один персонаж, деньги есть. Это круто, конечно. Так, еще там где-то мобы.
Ну и что вечный холод, блядь. Все равно гильдии там нужно убивать Джайну. Синдра Лич не убитый еще. И Джайна, блядь. Хули толку. Ну, усилит рейд немножко, конечно. Экзалды убили Джайну. Но. Хули ее там убивать, блядь. Не, просто... когда я спрошу. Да вот, на этой неделе вроде как... Пойдем назад. Как выпустили. Ну, когда нерф ее был, вот тогда ее убили. Как раз сразу же, причем тот же день. Ну, донерфили то, что не получалось у них. Но опять же, все равно экзальтиды и остальные гильдии — это большая разница. Там, разница в большом количестве ДПС. Плюс играют они хорошо. Состав хороший. Выбор большой игроков. 15 миликов идут, да? Мне кажется, 15 миликов нигде не проканает. Ну, в актуале в каком-то. В Раше будет. Ну, либо эти милики должны быть пиздец какие скиллованные. Супер ДПСищи, супер скиллованные. Я это в игру зашел. Блять, а кто у нас еще в хила спекнется? Я хуй знает, пятером вы захилите, нет? В принципе, миники пожирнее, блять. Так, ну пошли этого. Как он называется? Гагоныша, блять. Так. Пэса перекинуть Дисин, говорит. Надо ему роль новичок давать. И тогда он сможет сам перекидываться. Этот пэс, а у тебя есть хил? Какой-нибудь. У кого там, кстати, есть Вадикон, Равист, у вас есть какой-нибудь хил? ПВП? Да не, вас спекать точно. Че это, вар какой-то новый, интерворд? Ты чудо яйца, Трофим. Он удалял Вов. Хорошо вернуться. Тот, который писал, что я удалил Вов, да? Да, я сейчас спрашивал, что у вас консул будет, либо ЕПГП, не хочет идти с ЕПГП. Кто, вот этот вар не хочет? Да, думал заменить его даже. Ну, хули поделать. Консул только в этом, полностью в ТТГ, остальное ЕПГП плюс консул. Ну, консул, он относится к моментам, к таким спорным. Чё, давайте шкаф, суманём 4 тела. Что-то их тут нету. А вон регистральник. Тут еще 2 тела осталось. Дайте ему дис вот этому вару. Да, ГМХМ полегче. Чё, пока Рависта нету, наверное, ебанём этого босса, да? Так, ну на весь инст саппорт здесь, так что пейте саппорт. В принципе, первый босс самый простой. Все то же самое, что в десятке, только больше хп. Короче, что-то долго надо гулять.
Бургер, ты стоишь с меткой прямо под боссом, тебе нормально? И видишь, над головой зеленую хуйню отвернулись. Пять человек не видят, не могут отвернуться. Метки. Крест, череп над башкой видно, нет? Как дела там? Отвернулись? Ну, стресс, не отвернулся. Молодец. Убежали. Ничего сложного нету, босса этого убивать. Бургер, полежи, да? Тебе лучше будет полежать, посмотреть. Вот метки черепок и крест появился над головой. Их надо отнести на край комнаты. Отвернулись. О, никто не словил эфир. Ничего себе. Крест и череп. Еще диспелить надо. Если прист за одну секунду это не успевает сделать, надо помогать. То больше урона по рейду. Может шотнуть цепухой. Метки, череп, крест. ДБМ все делает за вас. Не было бы ДБМа, наверное, вайпались бы, отвернулись. Два человека не успели. Пэсс и интерворд. Не смотрят на каст босса. Чтобы вышли люди из фира, вот интерворд сдох. Чтобы вышли люди из хила, 5 хилов должны их 25 тысяч отхилить. Отбежали. Но 5 хилов, наверное, забили хуй. И они сдыхают в фире, в луже. Понятно. Отвернулись. Видно? Первобытный ужас называется. Полотка под боссом такая. Так, ровист почему-то покинул тело. Убежали. Черепок, крест, отвернулись. О, никто не словил фир. Круто. Там даже босс пишет красным текстом в этот. Я и есть страх. Даже если ДБМа нет, можно узнать, что он фиряет нас. Отвернулись. Вон, видите, я есть страх. И эту хуйню тоже вы обратитесь в пыль. Тоже пишет. Даже можно по чату без ДБМ и всю эту хуйню узнавать. Череп, крест. Отвернулись. Так, морфицист словил фир и сдох. Понятно. Отбежали. Места вам там хватает? Метки выбегать. Куда-нибудь. Можно инер по нелюбящиты? Да, отвернулись. Синтека КД, Одикона КД, больше некому давать ему. Пойду в другую сторону. Отбежали. Отвернулись. Отвернулись. Отбежали.
Так, что там у нас, блядь? Всякая параша выпала, да? Шипы хант. Нихуя себе. Ну, шипы у нас пэсы только. Да ёбаная залупа, ну почему она сдвигается нахуй? Блять, какой даун это программировал? Сука. Так, что это? Меч с блокированием щита. Так, у Киле и Бургера нет ПГП лутмастера. На стрессе, наверное, у вас какие спеки? Это самое. Если ему надо, пусть забирает. Если ему больше надо. А я хуй знает. Это мне оф. Это все. Давай мне. Не, давай. Короче, на стрессу кинул. Если рарник тебе надо, у него возьми. Так, что это? Кольчуга. Скорость МП5. На парирование. Критический урон на 2%. Мне кажется, это поебень, да? Кому это надо вообще, блять? А, у нас только один шаман. На, соберешь, как он называется, этого, блядь. Энха, нахуй, или кого там. Так, а это что? Крита РП. Стамина бег. Автоматический так. Хант. Быстрая стрельба на ханта, нихуя себе. Ну, хант, ты, получается, теперь 100к ДПСа будешь давать. И на агро. Вот, подскажи, как метка пончика называется будет. Древнее проклятие. Все. Кто-то там что-то говорил, алло. Ты мне бисер написал в личку и спросил, как называется метка пончика. Я уже спросил, а ты балс. Я заметил. Ну вообще, неправильно. Вообще, древнее проклятие — это залупа, которая висит на вас 5 секунд. И когда она закончится, на полу появится залупа. Но мне вот. Так и надо. Мне это вот. Дебаф нужен. А конкретно, значит, где это параша? Сейчас я скажу, блядь. Дыхание, проклятие. Вот конкретно дебаф, который появляется на игроке, когда ты заходишь в эту залупу, называется теневой колодец. Да. Это будет, этот дебаф надо смотреть. Типа, если его нету, то вас погружение во мрак убьет. Короче, блядь, вы все знаете, да? Так, что у нас получается? Куча миликов. Ну, короче, как всегда, надежда на вашу скиллованную игру, помощь друг другу, там, Вадикон подхиливай, Локи знаете, да? Подхиливаемся на касте дыхания мрака, то есть кастуем похищение жизни, там, блядь, койл, поглощение тьмы, вот это, нажимаем щиток свой. Больше всего прохиливать надо будет ханта, но роги они ложный выпад нажмут. Вары как бы и так жирны. Ну, вары и по скиллу, если что, совет вам. Нажмите этот, как он называется, блядь, просто оборонительную стойку. Она на 10% урон снизит. Рарник, ага. Зомбля, бургер. Вы можете по проку давать вспышку света мгновенную. В идеале по тем, кто больше всего просел. Это в идеале, если у вас есть фрейм рейдов. Рейды фреймов. Фреймы рейда. Вот. И если совсем все хуево и у вас ничего нет, и вы нихуя не видите, то тогда хотя бы себя подхиливайте. Вот, ну, попробуем в 5 хилов, посмотрим, что будет. То, что вас здесь дамажит, убивает, это черный пол. Сапроты 5. Да, сапроты обязательно. Черный пол. Потом сфера, ее надо будет закрывать, там РДДшники знают. Черная сферка, на нее надо вставать. Потом, ну, дыхание прохилит, хилы сами, то есть на дыхании забывайте, там сколько оно, 5 секунд идет, забывайте про ДПС сразу и начинаете себя хилить. Берите камни локовские, вон.
Так, давай периодичность, короче, сделаем. Аура тьмы. Первый будет первое дыхание Рарник, второй Зукля. Отдаете друг другу поочередно. Бургер Кинг, справишься с этой хуйней? Взять ауру тьмы после Зукли и нажать на дыхание мастера ауру. Вот ты будешь третий. Айновен, ты будешь четвертый. И с массакрой уже под самый конец, когда в бублике будем заходить, будешь отдавать. По гимнам на хп. Так. Не люблю щиты. Ты, короче, будешь отдавать первые на усмотрение, когда видишь, что не прохиливаете. Ну, похуй, откадешься. Ну, не откадешься, отдашь сам, короче, на усмотрение. Бисер, ты свой держишь гимн на то время, когда мы зайдем в бублики и когда выйдем из них. Вот когда выйдем, надо будет давать гимн, чтобы люди, когда вышли из бубликов, захиливались. Ну, а Песа, пока что оставим твой гимн. Потом посмотрим, как здесь будет нас пробивать. В чем смысл? Значит, после 50% босса наступает другая фаза. Будут появляться сферы, они дамажат вокруг на 8 метров. РДД в обязательном порядке от них отходят. Эти милики. Если у вас одна сферка, там две под ногами, там прожимки начинаете свои прожимать и ауешить эти сферки начинаете. Вас много, вы их быстро зауешите. Только сделайте это, потому что если вы будете бить босса и рядом стоять в сверках, вы быстро сдохнете. Мы никогда этого босса не убьем. Вот. И еще, так как миликов 15 штук, вот вам лево звезда, вот вам право кружок. Из-под босса надо разбежаться, когда будет вешаться на рейд древнее проклятие. Если это не сделать, то бублики будут появляться один в одном. Вы будете в них вздыхать за одну секунду. И мы никогда не убьем. Вот. Когда древнее проклятие на вас появляется, ну, я постараюсь сказать, что появилось проклятие. Все должны набрать между собой рейндж РДД, хилы, не стоять один в одном. Когда бублики появятся, из них сразу же надо выйти. Желательно, чтобы вы все это видели, чтобы у вас стояла Вуду. Я вам 2 недели назад говорил об этом. Вот. Когда вы выходите из бубликов, дальше продолжаете бить. В чем смысл бублика? Да, да, у меня вроде макрос на тебя есть. Бублик, когда в него заходишь, вешает дебаф, который снижает получаемое исцеление на 80%. Кроме того, он дамажит там по 3000 в секунду. Это очень хуево, потому что вас будут хилить, но вы не будете захиливаться, вы будете потихоньку умирать. Два бублика в одном, это уже 6000 в секунду, и вы сдохнете за пару секунд. Вот зачем нужно бублики ставить на РНЖ. Бублики на решетку не ставить. Когда говорю проклятие, вы сразу с решетки уходите. РДД, хилы, чтобы бублики были по краям. И по одному они стояли. Два в один бублик в одну точку не ставьте. Иначе мы выпнемся. Ну и процентов на 35, на 30 где-то будем давать Геру. И этот... пытаться зергнуть босса, но при этом нельзя забывать про тактику. Вот стоит бублик в звездочке, например. Я такой стою, РДД дамажу. Смотрю на боссе каст погружения во мрак. Он 5 секунд идет. Стою такой возле бублика, смотрю. 2 секунды прошло, 3. И я забегаю в бублик. На мне появляется дебаф. Я нажимаю прожимки, щит маны, уход в тень, тучка, поглощение теней. Любую хуйню, срезающую урон. Хилки только после выхода с бублика нажимать. И каст прошел, черная волна тьмы прошла по полу от босса. Вы выходите вот так, дебаф с вас спадает, и вы начинаете захиливаться и продолжаете бить босса. Если к этому моменту в рейде будет живых 17-20 человек, то пару лямов, там 3-4-5 лямов мы добьем. Если нет, то ну, будем что-то пробовать менять. Вот, этого босса мы убиваем. На собаке еще хуже, еще хлеще для понимания всякая механика, блядь. Ладно, давай посмотрим. Если что, таймер, если кого интересуют, хилы там, чтобы вы ориентировались примерно, когда захиливать. На 30 секундах первое дыхание. Ну и примерно там на минуте, на полторы. 5, 4, 3, 2, 1.
Вон черный пол, смотрите, с него надо выходить. Дыхание вроде нормально захиливается. Почти. Вот выходим. Так, милики, вот он меня сейчас застанил. Если босс будет подходить, там, ну, максимально на джет босса бейте. Немножко вас будет ауешить. Дыхание. Маги, там щит маны, не стремайтесь нажимать. Сорок девять процентов. Так, на милики, осторожно, на меня эти пидоры идут. Сейчас я освобожусь, пойду в бок. В лужах в этих не стойте, они дамажат эти лужи. Немножко босса с крави бейте. Сейчас отходите от этой хуйни. Так. Песа, приготовься, когда скажу гимн ХП читать. Милики, разбейте эту хуйню. Так, проклятие, с решетки вышли, с решетки вышли. Бублики, секунда появится, сразу с них выходим, выходим с них, выходим. Так, выходим быстрее. Песа, гимн ХП, Песа, гимн ХП. Песа, гимн ХП. Геру, да, забыл. Хуярьте. Интерворлд, выйти из бублика. Все, хуярим. Возле бублика недалеко позиционируйтесь, потому что надо будет заходить, вы не попадете в эту хуйню. Выйдите из бубликов с новых. Готовьтесь, скоро погружение будет в мрак. Так. Бисер на ХП, бисер на ХП, бисер на ХП. Готовьтесь, сейчас погружение будет в мрак. Рейндж наберите, просто погружение, готовимся заходить. Дал незыбку, заходим в бублики. Стоим в бублика, хайновен массакру. Себе бабл, выходим с бубликов. Чё там, 3 ляма. И все хилы 5 мертвых. Не, уже не добьем. Заходите в бублики, падаем. Еще разок. Все то же самое, только немножко получше, кто там ошибался, кто в бубликах долго стоял, вот вард стоял долго, поти от хила не было, хилы подохли. Он второй бублик кинул на меня на хила, и он дотик его в тот момент, когда надо было забежать в него, засейвиться. Вот. Ну я засейвился так. Тайминг вообще хреновый был. Не, нормальный был. Этот, Айновен, оставь бабл. На момент, если он у тебя есть, оставляй, значит... А нельзя под когда закончится каст, выйдешь с бублика и нажмешь этот самый бабл. Только даже можно даже в бублике его нажать, он отменит урон бублика и эту хуйню на минус хил. Главное, чтобы прошел каст. Как только вот эта черная волна проходит, сразу жми бабл и начинай захиливать. Ну, а этот я не люблю, он в чем... Как называется, в ДЦшнике или в ком? Холи. Ну, то же самое. В принципе, там этот самый дух не эвейдит эту хуйню. Просто по себе даешь дух сберегающий. Если вдруг тебя шотнет, ты еще это самое. Ну, и как у нас получается? Сейчас ПС отдавал, бисер давал. А ты давал на ХП? Нет. Так, не давал. Ну, короче, тоже твой гимн где-то вот примерно в этот момент, когда все начинают вздыхать на этой хуйне. Но это самое, после выхода с бубликов лучше его давать. Когда сам выйдешь, чтобы и себя прохилил. Берите еще раз локовские камни, заебись, в принципе, сейчас ебанем. На собаку больше времени есть. Все поняли. Ну, главное, ханта не проебите. Вары там стойку нажимать. И вот когда вы в бублики заходите, вары, надеюсь, у вас у всех четверых есть макрос на одевание щита, нажимание оборонительной стойки, нажимание глухой обороны. Если у вас эта хуйня есть, то вы можете, зайдя в бублик, сразу эту хуйню нажать. Выйдя с бублика, можете еще неистовое восстановление нажать и уже добивать босса. На скольки процентов гира, чтобы сразу ее дать забыть? Там где-то на 30. Ну вот как дал, сейчас так и давай. Нормально живем. Все то же самое, старайтесь и ебанем. Там ляма не хватило, буквально пару тел, если живых останутся. Айновен Святос. Так, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1.
дыхание, скоро готовимся. Часы вы свои прожимаете. Дыхание. Взрывающийся пол. Так. Равист, давай по в третьей пати челику. Синтек. По холипресту давай, БР. Ага. Да ёбаный в рот. Эти пидоры опять на меня идут. Я их сбоку здесь похлопаю. Кстати, умерло два человека без сапрота. Я сапротом. Нет, я не про хила. Сферы, смотрите, милики, они дамажат очень сильно, их лучше разбейте. Бублики, секунда, выходим с них, выходим. Выходите с них, иначе за хил по вам не пойдет. Сферы вот бейте, вот эти две. Песа на хп. Уже подыхают. Хуёво, первый раз лучше было. Проклятие через секунду появится, вот вынесли. Выходим с бубликов. Возле бублика встаем. Геру надо было. Да, давай. Давай, Геру. Бисер на хп. Ну пробуем. Еще один. Ну меня не слышно, да? Да, мы же дали Геру. Заходим. Нет. В бублике. А, дали, дали, да. Заходим в бублике. А, наверное, давай этот самый. Бабл по себе. Все захиливаем. Ну, добить должны, в принципе, что там, 3 ляма. Еще не люблю, остался гимн на хп. Только дух не на меня, на себя. На... Давай гимн на хп, не люблю. Следом гимн на ману, ставь тотем еще на ману. Ну и пробуем хуярить. Это вперед, бублики вперед. 3 секунды, бублики 3 секунды. А, тьма, тьма вот эта здоровая. Вовнутрь. Выходите. Должны добить. Ну, со второго пула хорошо. Да. Так, чего там? Блядь, дела ты нахуй. А, я понял. Выпало. Количество урона, получаемого от атак по области. Нормальная тема, да? Грудак. С парированием. Сука. Уж пригодится. Вы его знаете. Это для Энха? Шлем. Что, ты грудак уже пиздатый? Или да, я не видел чарку просто. Ну да, удар бури для Энха. Призану. Ля, бисовые запы для Элема. Так, кинжал. Сила атаки. Сила атаки. История. История тебе надо? Кто у нас еще? Да отдайте ему, у тебя нет, тут хороший дагер. У меня такой есть. Хотя не, давай, давай, у меня маленького левела. Так, ну а тебе? Ну грудак я хуй знает. Надо мне, не надо, я без понятия. Слышишь, какой у тебя офсет релаш? Или малефицист? 4% снижения по области. Ну, типа, блядь. У меня шапка хорошая, которая, типа, мне придется, ну, либо шапку, либо грудак, шапка лучше. Ладно, закину себе тогда пока что, вдруг когда-нибудь пригодится, там, на джайн. А мой вилаш и грудак, ну, сюда. А, вилаш и тебе надо, да? Ну, посмотри, у тебя какая чарка там на нем? Или вообще без чарки? А эта шапка у нас для кого? Тотем Элема, выбор славы, запы, критхаст, охуеть. Ну, это что, это призан, получается, 3 спека одевает, да? ГЦ. Так, ну собаку давайте потравим. Сейчас, наверное, троить два надо, чтобы люди привыкли к собаке. Надо сейчас грамотно разделить рейд сначала. Так, давай поглядим. Первая, вторая пати. Так. Линконите ДПС. ДПС. Кто с миликов самый маленький по ДПСу?
кто из них вот из первой и второй пати самый маленький по ДПСу? Так, интерворда сюда пока свичнем. Так, допустим. Угу. 5к, блядь. Интерворд, что за хуйня? Новый перс совсем, что ли? Нет, он просто сразу умер. У него аж вон, на 883к. Он, типа, скорее всего, влетел и умер. Ну, классический вар. Так. Тут, короче, фишка такая. Рассказываю еще раз для всех. Но на будущее, если хотите сюда ходить, чарки эти ебаные выбивать, то поинтересуйтесь видосом, там, тактикой, хуй знает, все это на ютубе записано, уже рассказана тактика по 1000 раз. Посмотрите на канале, у меня там есть плейлист специальный Долгород. Значит, у босса с пула через секунд 5 вешается на рейд 12 и 13 и 12 меток фиолетовых и зеленых. Фиолетовые, как правило, вешаются на тех, кто ближе к боссу. Это милик и танк. Вот. Если человек с фиолетовой меткой будет стоять на месте, вот как я кружок стою на месте, на мне будет каждую секунду копиться стаки. На третьем стаке мне дастся стан на 5 секунд. После этого будет все повторяться. Метка никак не исчезает. И только если вы сдохнете, его срезнут. Ну, там дальше потом расскажу. Здесь ни БР, ни СС не нужны. То есть, если человек упал, все уже лежит. Только в крайних случаях, там, не знаю, если там немножко добивать осталось. Короче, значит, зеленые метки противоположная хуйня. Они, если будут стоять, то ничего не будет. Все будет заебись. Это хилы РДД. Но если они начинают бегать, также каждую секунду их бега, вот бегут вот так секунду, да, на них копится стак. Остановились, стаки скидываются через секунду. Если они будут бегать и накопят 3 стака, то они получат дезориентацию и будут вот так ходить. Право, лево, вот так вот. Типа потерялись, типа рога дал ослепление. И эта хуйня будет тоже там на 5 секунд. Чем все это хуево? Босс использует 3 способности. Первое. Это на все, ну, на те или на другие метки кидает пульсацию. Пульсация, она просто бьет 500 вокруг. Это урон маленький, отхиливается, все, заебись. 500, ну там метров 8 вокруг персонажа. То вторая способность, это кольца такие появляются, и через 3 секунды из них вспыхивает фонтан зеленой или фиолетовой хуйни. Эта хуйня бьет 15 тысяч. Если два фонтана в одной точке будут стоять, соответственно 30 тысяч. С фонтанов просто надо выбежать. И вовремя заметить, что это не пульсация, а просто кольцо, оно появилось, и вы с него выбегаете. Если нет возможности выбежать, нажимаем бабл, тучку, глыбу и так далее. Или блинк. И, ну, теридаровские вот эти телепорты, блядь. Задача съебаться. Третья способность – это метка. Как на первом боссе, либо такие зеленые галочки над головой, либо фиолетовые. Фиолетовые на фиолетовых, зеленые на зеленых. Вот. Что эта метка делает? Она, когда вешается, она висит там 5 или 7 секунд. Когда заканчивается время, она взрывается на 70 тысяч урона. Она делит этот урон на 8 метров вокруг себя. Если вы сбежитесь втроем, получите, ну, по третье от 70 тысяч. Ну, плюс резисты, там, плюс щитки всякие. То есть, ну, вы не сдохнете. Под вами появится лужа соответствующего цвета, или зеленая, или фиолетовая. С нее надо просто выйти, с этой лужи. Она немножко дамажит, там, по 4 тысячи в секунду, по 5. Вот, с нее просто выйти надо. В чем фишка босса? Он еще пускает лучи такие на полу. Сначала есть зона пустая, без луча. Вот я, допустим, тут стою, и вот здесь вот проходит линия такая. Вот здесь пустая зона, а вот здесь луч идет. Я такой стою, жду, когда луч пройдет. Когда анимация проходит, и такие разноцветные полосочки появляются, сразу захожу туда, не дожидаюсь, пока исчезнет эта хуйня, типа не станет пол чистым. Просто эта хуйня прошла, звук такой еще, ебать, типа что-то проехало. Хуяк зашел. И такая же хуйня, получается, появляется здесь, где я стоял, где было чисто, появляется цвет, сначала зеленый там или фиолетовый. Вот. И как только цвет появляется, еще дамаг не наносится, но в это время уже надо стоять здесь. Потому что когда цвет появляется, там через секунду уже проносится эта хуйня. Вот. В чем фишка босса? Если человек с фиолетовой меткой
словит любой урон от зеленой метки. Это может быть зеленый луч, это может быть пульсация 500 урона от человека вокруг на 8 метров, который с зеленой меткой. Если они рядом будут стоять, вообще эти люди с разными метками, то они словят такой дебаф, называется конфликт стихий. Этот конфликт стихий вешается на человека, который получил урон противоположного цвета. Вот. Этот дебаф висит 5 секунд и бьет каждую секунду по 5000. И он бьет по всему рейду. Это сразу вайпает рейд. Если человек этот умрет от чего-то быстро, то дамаг, конечно, по рейду не будет проходить. Но если этого человека хилы захиливают, а хилы захиливают, они на то и хилы, то рейд будет получать 25 тысяч урона за 5 секунд. Если несколько человек словят эту хуйню, то мы просто быстро ляжем. Все, что нужно на этом боссе, это соблюдать рейндж, сбегаться, потом соблюдать рейндж между противоположными метками. Вот комната поделена дымками напополам. Со стороны треугольника начинают РДД, набирают рейндж вдоль комнаты дальше, только не с пульти босса. Со стороны ромбика начинают милики. Еще для экономии места мы отправим несколько миликов чилить в противоположную сторону. Сейчас вам поставлю там далеко метку. Это будет квадрат. После того, как мы с пула побьем босса секунд 5-10, вы побежите в квадрат. Сейчас я посмотрю, кто это будет. Так. Так, так, так. Давай, история будет бить. И Зукля давай будет бить. Вот первая пати вся, вы со мной бьете. Равист, Рарник, Зукля, история. А вторая пати вся, убегаете в этот, в квадрат. Там делаете вы то же самое. То есть появились кольца, выбежали с них. Этот. И постоянно прыгаете. Но не нарушайте зелеными людьми там этот рейдж. Когда, если у нас кто-то сдохнет, там Равист, Хисторий или Рарник, там пойдет там первый Святос, потом Малифицист, и потом оставшиеся три пойдут бить босса. Ну, чтобы вам легче было выбежать с колец вокруг собаки. РДДшники. Так, это хилы пятая пати. Так, сюда к нам пойдет, сейчас скажу, Синтек. Пойдешь. Будешь стоять рядом с этой второй пати, ближе к квадрату. И кто еще? Бисер, давай ДЦшник сюда пойдешь. Остальные три хила с РДДшниками стоите. Так. Третья, четвертая группа. Начинаете с треугольника. Так, а кто у нас? Меликом, да? Бисер к меликам? Да, в сторону ромбика. Хорошо. Так, получается, что у нас? 12 есть и 13. Я вот не знаю, кто будет 13. С пула смотрим, когда бафы повешаются. Вы должны увидеть на себе, какой на вас баф. Если на вас зеленый баф, то набирайте рейндж в стороне, в половине комнаты, где треугольник. И это, бьете босса. Интерворлд, если эта хуйня будет на тебе зеленая, ты просто стоишь и смотришь. Набираешь рейндж, там отбегаешь от людей. Так, ну давай посмотрим, короче, что будет. Тут все слишком дохуя от каждого зависит. Тут, ну. Интер в треугольнике стоишь. Вас никак не спасти, если вы будете конфликт ловить. Все, даю отсчет. Посмотрим. 4, 3, 2, 1. Так, на синтеке, на этом. И что получается? 13 зеленых, все хорошо, в принципе. На бисере, на синтеке, первая, вторая пати, фиолетовый, все как надо. И 13 зеленых. Вот этот, кто стан там получил, давай двигайся получше. Все, там вторая пати уже, уйдите, малифицисты, иди там, чиль. Смотрим, что на вас появится. Либо это будет кольца, ну вот пульсацию вы видели уже зеленую. Вот кольца на миликах появились, просто с них выходим. Так. Зукля, Равист. Ну давай, малифицисты, Святос, идите бейте. На стресс там уже сдох. Так, на мне черная параша появилась. Сейчас я буду ее здесь настакивать. Вот, шквальный обстрел, приготовьтесь. Смотрите на пол.
появились лучи, выйдите с них. Прошли зеленый, зайдите на пустое место. Вот. Кто-то словил конфликт, сдохло 3 хила. В общем, все очень хуево. Интересно, как вы сдохли просто. Вот Айновен как сдох, Призен, Синтек. Вспышка скверная с двух сторон и рядом еще кольцо. В общем, нихуя сложного босса нету. Просто... Забегите, пожалуйста, блять. Просто когда вы стоите с этой хуйней, вот кольца появились, просто с колец просто выходишь. Потом, когда появляются эти, как они называются, лучи на полу, то там прям они появляются в момент нужный, когда тебе нужно выходить, типа, и ты в этот момент просто выходишь с кольца, которое появилось, и как раз выходишь туда, где только что прошел луч. Ну, проблема в расстановке, проблема в том, что надо здесь повайпаться еще раз 20. Ну давай, ладно, ложимся. Нихуя больше на этом боссе нету другого. Только конфликт, когда вы ловите противоположного. Вот смотрите, я такой зашел в зеленую лужу. И получил конфликт, и убил весь рейд. Вот видите, да? Вот так вы вайп потереть можете. Ну, случайно выбежать вообще несложно. Вот один прошел, зашли сюда, другие прошли, и все, дальше бьем. Ну, если 10 раз повайпаться, может быть, тогда у вас будет получаться все выходить из всей этой хуйни. Давайте попробуем еще разок. Если будет не получаться, ну сколько у нас сейчас времени?